13 декабря стало известно, что Ларисе Лужиной стало плохо. Народной артистке Лужиной родные вызвали врачей. Оказалось, что у нее случился сердечный приступ. Примечательно, что Лариса жаловалась на перепады давления, проблемы с дыханием и боли в грудной клетке. Медикам удалось стабилизировать ее состояние. У Ларисы Лужиной наблюдалось нарушение сердечного ритма. Однако от госпитализации звезда отказалась. Добавим, что у Ларисы Анатольевны есть сын Павел, который трудится звукорежиссером в киностудии «Мосфильм», а также растут внуки Даниил, Матвей и Прохор.